Вторая часть, курсовой. Как сказал бы Карлсон, свершилось чудо, друг спас друга. Я просто переустановил плагин, перезапустил компьютер и, о боже мой, КАВМ включается, агент-менеджер включается, каст-менеджер включается, все работает. Так, надо сейчас вспомнить, как это все использовать. Так, во-первых, надо всегда выключать машины, которые я не использую, потому что за них снимается плата. У меня было 38 долларов сегодня. Сколько сейчас долларов у меня? 38, понял, ничего не списалось. Прекрасно. Но так или иначе, Computer Engine, VM Instance. А, все выключены. Понял, прекрасно. Это очень хорошо. Стоп. Прекрасно. Так, вспоминаем, как это сделается. Так, вот мы в тест 1. Давайте все забыл. Мы в тест 1. Я открываю Hello World. Я его компилирую. Создался вот этот вот Hello World. Окей. Первое, что надо сделать, запустить engine. Где engine? Вот они. CE надо запустить. LE надо запустить. ME, я фиг знает, что это такое. Возможно, тоже надо. Пускай будет. Так. Как понять, что оно запущено? Старт, CE, старт, 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 старт. Все, старт. Так, окей. Допустим. Далее. Загрузить файл, который я хочу задеплоить. Программинг. Это у меня Eclipse. Тест 1, кажется, да? Hello World. Файл, который я хочу задеплоить. Select CE. Надо CE. Refresh CE. Refresh LE. Блять, ничего не работает. Delete agent. Pause agent. Resume agent. Тайм-аут. Не получается. А ну-ка еще раз. Тайм-аут. Ни хера не получается. Окей, а если мы добавим новый? Enter IP address. А чей IP я должен... Этот, что ли? Я что-то не помню. Я что-то все забыл. Я что-то все забыл. Десять, 128. А, external IP. Что я делаю? 35, 224, 73. 176. Так. Я запустил компьютер 3. Вот его адрес. А ну-ка, давай запускать его. Fail to connect. Time out. Что ж ты будешь делать? Truth hurts. Правда? Правда делает больно. Как это, блядь? Так, окей. Есть еще вариант. Запустить регистратор. И потом попробовать. Может, с регистратором получится.
10, 28, 51, 55. Не знаю, что это. Так, ладно. Минуточку, это не рек. Минуточку, где я нахожусь? Почему классес? Блять, вот почему было все закрыто. Я перепутал машины. Я должен быть в курсворке. И вот мои рабочие машины, которые я забыл выключить. Точно. Что за херня? Instance. Так, все, никаких ошибок. Запускаем регистратор. Это все, блядь, чтобы вывести Hello World. Это даже еще программу не начал писать. Боже мой. О. Так, окей, IP давай перепишем. Add new. 34, так могу скопировать. Coursework instance vm. Паш. Ой. Так, регистратор запущен. Пробуем. Опа! Что это? Fail to connect. Reason. Fail to connect, но уже другая ошибка. Прогресс. Прогресс. Давай посмотрим, может, что там написано. Target IP is unresolved. Reason. Ничего не понятно. Давай вот этот попробуем еще раз запустить. Timeout. 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 Окей, что если... Да не, ну это бред какой-то. Фу, так, сейчас вернусь, значит.